Не можешь ничего аргументировать, не можешь ничего рассказать. Вот только это ты можешь сделать. Кинуть, оскорбить. Закрой рот. Видишь, что ты можешь сделать? Закрой рот. Я тебя ни разу не оскорбила. Я тебя раз оскорбила. Раз оскорбила сейчас? Когда у девушки нет мозгов, вот и не видишь. Мозгов нет у тебя, я сейчас ни слова оскорбительного не сказала. Закрой свой рот. Пускай твой мужик закроет рот. Я ему ни одного оскорбительного слова не сказала. Если ты разговариваешь с твоим мужиком, разговаривай. Так, а в мою семью тогда? Ты, а в принципе, слово открывать не будешь. Плохого. Рот свой закрыла. Рот свой закрыла. Он высказывает свое мнение, а ты будь добра, я стал свой грязный. Рот закрыть. Я имею право его закрыть свой рот. А подожди, а в чем я тебя оскорбил сейчас по факту? То, давай, что у меня нет мозгов, с чего ты это взял? Правду говорит. Говорю по факту, у тебя нет мозгов. Сначала ты выставляешь его лицемером, потом ты выставляешь его врунов. Я говорю по потом факту, ты говоришь про его семью. Аргументирую. Скажи аргументированно, почему ты пришла на проект к нему, потом как бы зацепилась за Габозова. Проходной билет. Я не зацепилась за Габозова. Хочется проучить Настю. Ты пришла так, как проходной билет, использовала Женю. Проучивай. А почему бы тебе не уйти домой? Отлично, голосуй. Нет, а ты против кого будешь голосовать? А почему против Даши? Что лично Даша тебе сделала плохого? Не лично, а именно то, что вот это поведение. Ну, мне, кстати... А тебе нравится поведение Насти? Вы сейчас заводите ее. Что мы делаем? Кто заводит? Тихо, кто заводит Женя? Она сидит, если у тебя какая-то девочка, будет что-то говорить про мои отношения, родственники, закрой. Ты сидишь, говорила. Оскорбляешь моего мужчину. Если ты забываешь, что я всегда наоборот тебя поддерживала. Моего мужчину. Я его, кстати, не раз. Женщина, Женя ведома. Йоси начал меня засаживать, и да. Женечка тоже начала этим заниматься. Хотя я ни третьего не оскорбила ни разу. А всего лишь объясняла, аргументировала и раскладывала все по полочкам. Что? Убогий. Твой поток убогой мысли просто можно слить в туалет. А знаешь почему? Потому что ты несешь все подряд. Ты пытаешься как-то выкрутиться из ситуации, в которую сама же залезла. Кроме того, что кинуть кефир, кроме того, чтобы оскорбить. Да ты что, ты можешь разговаривать? Да не надо! Хотя бы не параллель! Не параллель! Разговаривай! Разговаривай нормально с людьми! Потому что надо разговаривать, а не орать. Вот теперь сиди и слушай. Женя, ты мужик? Да, слушай, потихоньку. То, что ты лицемерная скотина, ты доказал. Потому что за все мое общение с тобой я ни разу тебя не оскорбила, не унизила, ничего не сделала. Если ты кроме того, чтобы девушку поднять руку, облить ее и оскорбить, ты ничего не можешь, то это... Иди в бассейн, да, скинешь. Давай, скинь в бассейн. А где у нас финиш? Уберите руку. Скинь сам. Потому что... Это собака уже мне достала. Остыните руки. Нет, ответить-то нечего. Есть только руки поднять. Есть только то, что... Ты чё? Остынь! Я не трогаю никого. Потому что ответить-то не может. Надо начинать драться. Чё ты губы облизываешь? Я облизал сейчас губы. Это значит, меня забудет. Ты любви хочешь? Я безумно хочу. А с Настей? С Настей я... Ну, понимаешь, у нас почему-то ничего не получается. Как бы я не хотел подойти. А потом, солнышко, все заканчивается агрессией. Моей. А? Моей. Ну, да. И когда твоей. Так, спокойно, гармония. Давай просто общаться, ну, хорошо, на лайте общаться. Начнем с этого. Ты же в итоге начинаешь опять не поливать грязью. Говорить то, что...
про моих каких-то там родственников определенных. Которого, я тебе прошу, не надо что говорить. Что мне такого сказала про твою бабушку? Просто не хочешь... Ты что, специально это сейчас говоришь? Не упоминай, не упоминай. Так, не надо ничего. Я сказала, я разве что-то плохое про нее сказала. Закрой кетчуп, если ты меня сейчас испачкаешь, Жень, твоим вещам будет хана, я тебе серьезно говорю. Ты мои вещи все и так уже испортил. Ты ни одной вещи мне не купил, а испортил очень много. Поэтому скоро ты будешь за них расплачиваться, я тебе серьезно говорю. Ты тоже за мои бушки. Ты за Шабариным и за Настей повторяешь? Поверь мне, это провал. О, господи, у тебя все за кем-то повторяют. Да потому что ты кефир, Шабарин кинул, ты кинул. Сейчас опять хватаешься за кетчуп. Ты меня сливаешь из-за того, что бабушка тебе сказала со мной не общаться. Бабушка тебе сказала, чтобы ты со мной вместе не был. Да блин, ну а как мне... Специально это делаешь. А мне это за что? Ты специально это делаешь. Жень, вот сейчас по твоим вещам... Я тебе говорю... Зачем ты мне это делаешь? Я тебе серьезно говорю. Я тебе прошу, не надо говорить, не надо, не надо. Ты пачкаешь мне вещи, портишь. А мне это за что? Ты вообще нормальный? Потому что меня это реально достало. Не надо это говорить. Меня реально достало то, что ты постоянно пачкаешь мои вещи. Слушай. Иди оттуда. Ты реально достал. Ты что, ты ненормальный? Ты реально... Пачкать мои вещи, тут. Понял? Убирайся тут. Ты реально достал. Я тебе что сейчас сделала, что ты кетчуп говорю, у меня не кидаешь? Надо говорить, я тебе, прошу, я тебе не что надо. Сделала? Не надо. Я буду это говорить, потому что ты на проекте находишься, ты не понял? Будешь это говорить. Я буду это говорить, потому что здесь, ты здесь можешь, между ты нами, бабушка, находится все рамки. Настя, уйди от меня, ты не будешь здесь, это говорить, уйди. Я буду это говорить. Будь взрослым мальчиком. А ты еще раз влезешь в мой разговор и диалог с ним, получишь и ты, поняла? Ты не понимаешь, будь, что ты не права, ты не права, я Настя. Еще раз повторяю, бабушка здесь виновата. Ты ситуацию не знаешь, за ты свой рот, поняла? Это... свой закрой и больше не встревай. Ты понимаешь, получишь помощь. Я буду говорить про бабушку, Настя. Потому что бабушка здесь виновата. Бабушка ему сказала не общаться, понятно? Если бы она так сказала, то он бы с тобой даже не разговаривал. Кто взял кетчуп? Настя, ты идиот, сплёшь пляшку. Все вытираешь? Послушай, Саша, когда здесь был тур, когда здесь разливали... Еще раз говорю, ты идешь, берешь тряпку, это все вытираешь. Не то, что ты мне командовал. Сейчас я еще буду вытирать со твоей головой, хочешь? Вытирай своей головой. Я твоей головой сейчас буду вытирать. Не я никто здесь, Настя, а ты здесь никто. Начнем с этого. И ты сейчас идешь, и это все вытираешь. Понимаешь теперь, почему я не хочу... Это Настя, ты. Я считаю, это трех. Потому что он настолько слабый. Кого ты не трогала? Когда до меня не может... Переживай. Ты меня не понимаешь, я так понимаю. Саша, пойдем вместе посмотрим камеры. Ты меня не понимаешь, так понимаю. Пойдем вместе камеры посмотрим. Нет, Настя, ты идешь сюда. И вытираешь это своей головой. Ты что, больная? Своей головой. Ты идешь... И вытираешь своей головой. Ты берешь это все и вытираешь. А все, ты не трогай. Хочешь? Своей головой. Это все сейчас протрешь. Это все сейчас протрешь своей головой. Хочешь? Все. Или лицом. Все, тормози, тихо, господи. Свинарник устраивать можете у себя дома, но точно не здесь, больными ребята. Больными людьми даже не буду связываться.